Друзья, всем привет! С вами канал «Пиво делаю сам» и я его ведущий Равен Арматурович Бетонский. Сегодня у нас 14 ноября 2023 года и сегодня мы будем готовить пиво номер 40. Ребята, это последнее приготовление домашнего пива на диком хмеле в этом году. Вот, сезон приготовления домашнего пива я заканчиваю. Ребятки, закончилась у меня тара, нету бутылок. Все, кирдык. Сегодня я вам расскажу про рецепт этого пива номер 40. Рецепт достаточно простой, то есть классический. Вместо, значит, солода я использую, как и всегда, хлебные сухарики. Крепость пива, значит, производится с помощью сахарного песка. Хмель у нас дикий, который я вырастил в этом году у себя на огороде. Классическая рецептура заключается также в обычной кастрюле. Значит, вода исправленная с помощью фильтра. 6 литров основная. Для запаривания хмеля в френч-прессе будет дополнительная вода в объеме 600 мл. Сухарики 450 грамм. Сахарный песок 500 грамм. Хмель дикий 10 грамм. Ну, пожалуй, все. Да не все, ребята. В этот раз я иду немного другим способом. Решил, ребятки, я сделать эффект деревянные бочки с помощью вот таких вот стружек. Стружка дубовая, средней обжарки. Из расчета 10 грамм на пол-литра пива. Но это уже после приготовления хлебного сусла, скажем так. То есть на вторичке, не на вторичке, а на созревании, когда пиво пройдет процесс сбраживания, основной процесс сбраживания, и будет разливаться по бутылкам, будет добавлена вот такая вот щепа дубовая. Вот. Я так еще не делал, но решил попробовать в этот раз вот такой вот, ребята, рецепт. А все остальное по классике. Итак, кто еще до сих пор не подписался на канал «Пиво делаю сам», ребятки, подписывайтесь. Пишите ваши комментарии, ставьте лайкосы, жмите колокол, чтобы не пропустить новые ролики. Ну, а мы приступаем. Начинаем, как обычно, с того, что наливаем в кастрюлю воду и включаем газ. Приступаем. Время московское. 23 часа. Ребятки, 10 минут вперед. Будильник нужен непосредственно для того, чтобы у вас было понимание того, сколько тратится вашего драгоценного времени для приготовления домашнего пива. Вперед, мои хорошие! Друзья, итак, воду налили, газ включили. Включаем сразу газ под чайником. Все, ждем, пока у нас закипит вода, накроем крышкой. Что мы делаем дальше? Ребят, ну вот, хотел вам показать вот такая вот щепа дубовая средней обжарки. Значит, в каждом пакетике по 10 грамм. Это будет добавляться в бутылке, значит, чтобы появился вот такой вот дубовый оттенок, скажем так. Имитация дубовой бочки. Что мы делаем дальше, ребят? Ну, давайте, наверное, мы взвесим хмель из расчета 10 грамм. Я надеюсь, что здесь будет 10 грамм. Сейчас мы это проверим. Друзья, ну, 10 грамм здесь не получилось. Вот такой вот хмель был упакован в вакуум 25 августа. 30 грамм здесь было. Ну, осталось 7 грамм, уже 8. Ну,
Вот сколько есть, только и есть. До 10 грамм я не буду уже вскрывать вакуумированные пакеты. Нету в этом смысла окислять, потому что я теперь буду делать пиво только весной. Это последнее приготовление в этом году, осеннее. Ну, пусть будет хмеля поменьше, но зато, наверное, будет лучше заметны нотки, значит, дубовой щепы во вкусе пива. Я так надеюсь. О, видите, уже 9. Сейчас еще постоит, будет 10 грамм. Ну, вот так вот весы работают. Изначально было 7 грамм, потом 8, сейчас уже 9. Ну, будем считать, я не знаю, как 7 грамм, ребят. Я запишу, потому что хмель 7 грамм было изначально. Сейчас этот хмель мы положим в френч-пресс, потому что чайник быстрее закипит, чем кастрюля, и будем запаривать хмель. О, видите, я же говорил, 10 грамм, все четко, реально все четко. Так, ну ладно, наберем сейчас еще воду в канистру. Пока тащил, ребята, канистру с водой, оторвалась здесь ручка. Так, набираем воду. Друзья, ну вот для точности перевесил я вес хмеля уже в френч-прессе. 8 грамм получилось. Теперь уже 9. Друзья, ну вот у нас закипел чайник. Сейчас будем запаривать хмель. Чайник другой. Можно вот так нажать, открыть. То есть не надо теперь снимать. Это очень удобно. Колпачок не надо снимать с горлышка. Заливаем. Обратите внимание, льем выше вот этой метки. Видите, да? Выше метки льем. Здесь у нас 8 граммов натурального дикого хмеля, ребята. О, запах пошел, реально. Смотрите, какая прелесть просто. Чайничек закрывается. Опа! Очень удобно. Вот, ребятки, как запарился хмель. Посмотрите, какая красота. Просто супер. Налили выше вот этой метки. Ну, завтра опять же я вам покажу, как у нас уровень упадет жидкости. Видите, сразу же, значит, хмель начал запариваться. Супер. Все, можно в сторонку отодвинуть и накрыть крышечкой. Так приоткроем. Время у нас московское. 23 часа 25 минут. Щепу я вам показал. Щепа это сейчас она пока нам не понадобится. Мы будем ее использовать, когда будем пиво разливать по бутылкам, чтобы был эффект дубовой бочки. Так, что мы делаем дальше, ребят? Пока у нас кастрюля наша не закипела. Надо, кстати, заглянуть, посмотреть, что там происходит под крышкой. Нет, пока еще признаков закипания нет, поэтому можете смело подписаться на канал. С Равеном Арматуровичем вы не соскучитесь. Вот такой вот замечательный хмель. Вот обратите внимание, это метка. И завтра мы посмотрим, как уровень упадет. Это потери жидкости. Так, ну что нам надо сделать, ребят? Нам надо взвесить вот в затирочном мешочке сухарики, чтобы чистый вес был сухарей 450 грамм. Будет их что-нибудь работать? Или тут опять надо батарейку мять? Да, батарейка сдыхает. Сейчас мы все это исправим. Так, ребята, обнулили. Нолик показывает. Сейчас будем затирочный мешочек взвешивать 450 грамм сухарей. Друзья, 450 грамм сухарей мы взвесили. Сейчас мешочек мы завяжем. Все, сухарики у нас готовы. Друзья, ну и пока наша кастрюля еще не закипела,
Сейчас френч-пресс я закутаю в полотенце. И до утра следующего дня он будет ждать продолжения приготовления домашнего пива. Итак, френч-пресс мы закутали. Давайте посмотрим, что происходит у нас в кастрюльке. Все, ребятки, чудесно. Вода закипела. Можно запаривать наши сухарики. Так. Берем наши сухарики в затирочном мешочке. Здесь 450 грамм. И забрасываем их сюда. Супер. Так, ложечку возьмем, ребятки. Все чудесно. Запах пошел хлеба. Видите, как вода, зараза, вода сразу окрашивается. Все, накрываем, ребят, накрываем крышкой и кипятим. Сколько будем кипятить? Я думаю, 10 минут хватит вполне. Накрываем крышкой. Так, здесь у меня супчик мне на завтра остался. Ну и чуть-чуть газ поменьше сделаем. Ну вот так. Да, вот так. Ребятки, время у нас московское. Я думаю, что сколько? Ну, давайте 12 минут и покипятим. То есть без 10. 12 выключим. Так, ребятки, все, кипятим, ждем. Итак, уважаемые дамы и господа, время у нас без 10:12. Давайте посмотрим, что у нас тут с нашим будущим пивом. А все замечательно, все варится. Все, все просто прекрасно. Все свои питательные полезные свойства наши сухарики передают в будущее пивное сусло. Вот так вот, смотрите, какой цвет замечательный. Все, ребят, больше ничего не надо делать. Можно накрывать крышкой. Крышкой можно накрывать. Газ можно выключать. Газ мы выключаем. И кастрюлю мы сдвигаем. И накрываем полотенцем. Друзья, на этом первая часть приготовления домашнего хлебного пива на диком хмеле номер 40 у нас закончено. И с помощью щелчка мы перемещаемся в утро завтрашнего дня. Подписывайтесь, кто еще не подписались. Ну, а мы с вами прерываемся на секунду. Друзья, утро следующего дня. Сегодня у нас, наконец-таки, 15 ноября 2023 года, и мы продолжаем приготовление пива номер 40 НДС. Что такое НДС? На дубовых стружках, ребята. Основной упор пива будет сделан, выдержка на дубовых стружках. Вот такие вот стружки. Сейчас они нам не нужны, но тем не менее вот эту новинку в своем рецепте я буду применять. То есть будем добиваться эффекта дубовой бочки. Стружка средней обжарки. Ребята, время московское, почти 10 часов утра. Ну, наконец-таки я собрался чуть-чуть пораньше продолжить приготовление пива хлебное на диком хмеле номер 40. Это последнее приготовление пива в этом сезоне, в этом году, в 2023. Теперь до весны я не буду уже готовить домашнее пиво. Проблема также упирается в то, что нету, ребята, свободных пустых бутылок. Вот остались у меня 2-литровые бутылки из прозрачного стекла с бугельными пробками. И сегодня пойду еще куплю пиво попить. С бугельными пробками пару бутылок по 0,5 у меня будет. Итак, ребята, кто еще до сих пор не подписались на канал «Пиво делаю сам», подписывайтесь.
ставьте лайкосы. Лайкосы ставите за мои усердные труды. Ребят, надеюсь, кому-то будет это полезно, кто найдет в себе силы для того, чтобы поднять свою пятую точку с дивана и попробовать самому сделать домашнее пиво. Кастрюля наша фирменная с битой крышкой на месте, обглоданная деревянная ложка-мешалка тоже на месте. Ребят, ну что, давайте, наверное, приступать. Но самое главное, ребят, я хочу сказать, основная цель канала «Пиво делаю сам» – это уйти от покупного пива, ребят. То есть перейти полностью на свое домашнее, живое, нефильтрованное, не пастеризованное живое пиво на диком хмеле. Вот основная цель у канала «Пиво делаю сам». И, соответственно, показать зрителям то, что можно, если захотеть, и даже нужно учиться самому готовить пиво. На кухне без специального оборудования. Вот, всего лишь с кастрюлей и вот с таким вот бродильным мини-танком. Ребят, ну что, давайте приступать. Время у нас ровно 10 часов утра. Напомню, 15 ноября 2023 года. Приступаем. И, значит, по традиции начинаем мы с чего? Давайте прочитаю я вам рецепт. Пока есть у меня такое желание. Ребята, пиво номер 40. НДС на дубовой стружке будет. Вода основная 6 литров. Это для затирания хлебных сухариков. Плюс 600 миллилитров, ребята, это френч-пресс у нас, запаривание хмеля. Сухарики, квадратный хлеб столовый 450 грамм. Сахарный песок, вот он, 500 грамм. Хмель дикий 8 грамм запарено. Дрожжи С-33 уже вот взвесил я, здесь у нас 4 грамма, как обычно, на такое количество воды и всех составляющих. Ну и, соответственно, будет у нас идти дубовая стружка средней обжарки из расчета 10 грамм на тару 0,5 на бутылку. Итак, ребята, приступаем. По нашим традициям, вначале мы засыпаем сахарный песок в бродильную емкость, а потом уже будем заливать хмель. Начинаем пока. Давайте, наверное, посмотрим, что у нас происходит, с хмелем. Я вчера обращал ваше внимание, то, что уровень упадет, помните, покуда я наливал, значит, меточка, и, значит, как опускается у нас уровень, то есть идут определенные потери. Посмотрите, как замечательно у нас заварился хмель, запарился. Хоть и 8 граммов. Ребята, помните, вот под самую крышку, значит, жидкость была у нас налита, френч-пресс, и вот практически половина до метки уровень упал, испарилась. Все. Хмель у нас готов. Давайте засыпать сахар в бродильную емкость. Подписывайтесь, кто еще не подписались, кто еще не поставили лайки, ставьте лайки. Ну, а мы приступаем к приготовлению домашнего хлебного пива на натуральном диком хмеле. Ребята, вперед! Итак, уважаемые зрители, 500 грамм сахарного песка мы всыпали в бродильную емкость. И теперь заливаем наш запаренный хмель 8 грамм. Все, вот такая вот таблеточка осталась. Теперь привинчиваем крышку и как следует перемешиваем. Вот такая вот замечательная пена. Значит, перемешали мы как следует сахарный песок и запаренный хмель. Такая вот пена образовалась. Ну, здесь надо еще немного перемешать. Да, и вот смотрите, вот у нас в френч-прессе осталась вот такая вот таблетка вот этого
хмели, значит, я вот это дело никоим образом сразу не выкидываю. Можно повторно залить, ребята, кипятком, и, значит, полученную жидкость, вот эту хмелевую, можно использовать, когда она остынет, как настойку для сна. Буквально 1-2 глотка перед сном, и у вас прекрасный крепкий сон. Рекомендую. Так, сейчас мы еще перемешаем как следует наше будущее пиво. Ну, а сейчас мы будем вскрывать кастрюлю и смотреть, что же с нашим хлебным суслом. Ребята, вот видите, мешок утонул. Сейчас мы его будем доставать. Обратите внимание, сразу как упадет уровень, это идут определенные потери в жидкости. Вот видите, второе кольцо. Первое кольцо это от края кастрюли, и второе вот это уровень 6 литров у нас воды изначально был. Сейчас мы вытащим мешок, и сразу уровень упадет. Вытаскиваем вот в эту, значит, пластмассовую блюдце, скажем так. Приступаем, ребятки. Друзья, извлекли мы затирочный мешок с бывшими сухариками. Сразу уровень упал. Вот обратите внимание, вот по вот это кольцо был. Идет потеря примерно 1,5 литра. 1,5 литра из 6 изначально заявленных. Вот наш мешочек. Вот мешочек с сухариками, с бывшими. Ну, как я говорю, что 1,5 литра здесь потеря. Здесь потеря примерно 200 миллилитров. И в итоге на выходе мы получим 4,5 литра пива из 6 плюс 600 миллилитров. 6,6 литра изначально жидкости. Так, здесь у нас получается, что здесь мы повторно все это дело встряхнули. Да, ребят, встряхивать еще надо не только для того, чтобы растворился сахар, а идет насыщение будущего сусла кислородом. А это позволяет лучше завестись дрожжиком нашим. Основная цель канала «Пиво делаю сам» – это уйти от покупного пива, ребят, потому что продают такое дерьмо, если честно. Даже это не пиво и не пивной напиток, а это лимонад со вкусом пива. Уж поверьте мне, с развитием химозы любые производители не брезгуют вот этими химическими добавками, в том числе и пивная индустрия. Поэтому моя цель – уйти от покупного пива. Так, чайничек у нас закипел. Сейчас мы хмель зальем. Чайничек у меня теперь крутой. Не надо второй рукой там хвататься и открывать. Можно вот сразу взять. Одной рукой все сделать. Запариваем повторно хмель. Ну, вот столечко, я думаю, нам достаточно. Ребята, прекрасный получается настой, с помощью которого укрепляется ваш сон. Уже проверено. Притом сны достаточно яркие, насыщенные, замечательные. Так, что еще у нас? Ага, вот для френч-пресса поршенек. Все. Это мы можем убрать. Это нам не надо. Это повторно запаривается. Лекарственный, так сказать, отвар. О, ребятки, чудесно. Итак, ну а мы продолжаем дальше. Что мы делаем дальше? Ребят, сейчас еще разок я встряхну и заливаем наше хлебное сусло в бродильную емкость, где оно будет перемешано с хмелем и сахаром. Приступаем. Время московское. Ребята, вот кому интересно, сколько уходит времени на приготовление пива, вот обратите внимание, ровно в 10 часов мы начали с вами вторую часть приготовления пива. Друзья, перелили мы наше хлебное сусло из кастрюли. Видите, ничего тут такого не осталось. Вот так у нас теперь выглядит наше будущее пиво. Вот такой вот уровень. А вот здесь меточка. Все замечательно. Сейчас еще разок перемешаем и будем заниматься следующим. Нам потребуется перелить немножко
сусло в чашку. Здесь 3 ложки сахара. Размешать этот сахар и затем внести 4 грамма дрожжей. Ребят, 4 грамма дрожжей, чтобы они предварительно завелись у нас в чашке. А потом соединить с основной массой будущего пива. Ну и, соответственно, мы сделаем забор сусла с бродильной емкости и с помощью рефрактометра узнаем начальную плотность. Ребят, время московское. 10 часов 16 минут. Приступаем. Кто еще не подписались на канал «Пиво делай сам», подписывайтесь. С Равеном Армадуровичем скучно не будет, это я вам гарантирую. Друзья, замерил я начальную плотность нашего будущего пива. Кстати, пиво вот такое по цвету, видите, светленькое. И начальная плотность составила с помощью нашего рефрактометра, ребята, 10,4%. То есть, в принципе, пиво не очень крепкое будет. Но это и замечательно. Очень крепкое ни к чему, тогда не прочувствовать будет нам аромат вот этой дубовой щепы, то есть эффекта дубовой бочки, тогда сложно прощупать, если пиво будет более плотное, более крепкое. Ну, посмотрим, что получится. Я этот рецепт ни разу не применял. Вот пришло время проверить это на нашем последнем в этом сезоне домашнем пиве. Пиве номер 40 на дубовых стружках. Ребят, ну а мы будем вносить дрожжики. Сейчас я вам все покажу. Итак, дрожжики мы внесли. Ну, кто-то говорит, надо перемешивать, кто-то не надо. Ребят, я всегда перемешиваю. Напомню, здесь у нас на вот такой вот объем пивного сусла используется 4 грамма дрожжей С-33. Ребята, пивные дрожжи С-33, 4 грамма. Вот кому интересно. Ну и сейчас все это как следует перемешаем. Подписывайтесь, кто еще не подписались. Напомню то, что главная цель канала «Пиво делаю сам» — это уйти, ребята, от покупной мочи, которая продается в масс-маркетах. Хочется своего натурального, домашнего. Есть куда расти. Есть определенные ресурсы, которые, в принципе, мне позволят экспериментировать и работать в этом направлении. Подписывайтесь на канал «Пиво делаю сам», а я перемешиваю, чтобы полностью вот эти комочки растворились. Итак, уважаемые дамы и господа, дрожжики мы в чашке размешали полностью, видите, да? И теперь надо подождать до того момента, когда они запустятся в чашке. То есть будет виден процесс того, то, что дрожжи ожили. После этого мы их внесем в наш мини-бродильный танк. Ребятки, напомню, пиво номер 40 будет настаиваться на дубовых стружках для эффекта дубовой бочки. Время московское. Все вы обратили внимание. 31 минута 11. Итак, ждем минут 15, ребят. Вот так вот будет зарождаться, значит, зарождаться процесс сбраживания. Вот в середине вы видите. И потом посмотрите через 15 минут, что здесь произойдет. Как, значит, будет, так сказать, обусловлен процесс жизнедеятельности наших пивных дрожжей. Подписывайтесь, кто еще не подписались, а мы ждем ровно 15 минут. Друзья, 15 минут прошло. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Видите, дрожжики, в принципе, запустились. Ну, не очень, конечно. Но можно уже их, в принципе, переливать в основную бродильную емкость. Что мы сейчас и сделаем. И после этого поставим водка-затвор. Приступаем. Друзья, внесли мы дрожжики из чашки в основную бродильную емкость. Поставили водка-затвор. Время московское без 10:11 утра. И переставляем нашу бродильную емкость в уголок, чтобы никто не уволок. Будем дожидаться, когда
произойдет, значит, процесс сбраживания, когда покажет водка затвор, то, что процесс пошел. Друзья, ну вот то самое место, где у нас будет происходить таинство сбраживания нашего домашнего пива. Время московское, без 7 минут, 11, ребятки. Но покажу дальше вам, когда запустится пиво, а пока будем ждать. Подписывайтесь, все те, кто до сих пор еще не подписались. Итак, главная цель у канала — пиво делаю сам, ребятки. Отказаться от покупного дерьмища. Это главная цель канала «Пиво делаю сам». Перейти на свое натуральное, домашнее пиво, которое ты сам делаешь своими руками, знаешь, из каких составляющих и тому подобное. Итак, ждем, когда у нас будет таинство сбраживания отображено на нашем водкозатворе. Подписывайтесь еще раз. Все те, кто до сих пор не подписались. Ждем, когда будет у нас процесс сбраживания. Запомнили, да, ребятки, сколько сегодня я провозился во второй части? Ну, 50 минут где-то так, а может быть и час. За кадром же еще я вам не показал, то, что там кастрюли надо мыть, что-то вытряхать и так далее. Друзья, ну вот у нас процесс сбраживания успешно запустился. Время московское. 21 час 37 минут. И вот так вот у нас выглядит работа гидрозатвора, ребятки. Видите, да? Все замечательно. Все у нас работает. То есть процесс сбраживания запущен. Батарею я сейчас открыл, чтобы на максималку температура была. Но температура, сейчас я вам скажу, какая, ребята. Вот кому интересно, температура брожения 20, ребят, сколько тут? 26, по-моему, да? Да, 26 градусов на плюс. Ну, это я сейчас, ребятки, это я сейчас разгоняю процесс брожения. А так обычно температура в комнате у меня здесь 24 плюс. Вот, все замечательно, все работает. Ну, значит, процесс активного сбраживания будет проходить 3-4 дня. Потом уже будет послабее, и где-то недельку, плюс-минус день, и можно будет уже разливать наше пиво по бутылочкам. То есть вот так все это выглядит. Еще раз прошу всех тех, кто не подписались на канал «Пиво делаю сам», подписывайтесь, пишите ваши комментарии. Ребятки, ставьте лайкос за труды Равену Арматуровичу. Ну и теперь мы с вами будем встречаться во второй части. Розлив пива по бутылочкам, ребятки. Всем всего самого хорошего. Всем пока.